Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас добавили наконец-то интересную акцию. Я ее даже назвал «Не спи, не жри, не сри, но в акцию зайди». Вот так вот. С одной стороны, интересная, крутая акция, потому что она... А мы на аккаунте даже Артемки. Она бездонатная, чисто на... Время благодарения. Она идет там, сейчас посмотрим, с какого по какое число. С 29, то есть по 5 число. Вам надо каждых 6 часов вот так вот заходить, логиниться в игру. В принципе, интересно, потому что плюхи, как видите, довольно-таки крутые. Значки почета, первые там книжечки. Дальше у нас идет намного интереснее. Кристаллики. 10 рунок 9 таланта, в принципе, тоже очень неплохо, если вы сделаете 18 заходов, то есть через 4 дня, точнее, через 1 день, если делать все 6, каждых 6 часов вы получите сундуки, на следующий день 300 кристаллов, потом через, получается, 3 дня и 1 заход уже получите для улучшения итем, для улучшения эмблем, ну и потом для улучшения таланта. Что по нижним плюхам? В принципе, все очень годное, все очень нужное, расходники нужные, но опять же, каждых 6 часов, ну блин, сделайте раз 12 часов, но не каждых 6. То есть вы должны понимать, что вам надо ставить будильники каждых 6 часов, просто тупо заходить в игру. С одной стороны, в принципе, это халява, это нормально. Я смотрю, там еще что-то вниз дергается. С другой стороны, понимая, что, блин, логиниться с таким количеством раз, ну, я не знаю, честно говоря, но мало кто будет каждых 6 часов заходить. Да, есть возможность, наверное, не у всех. Но акция действительно годная. Так, помимо этого, у нас есть... Настолка, ребят, в настолке поменяли у нас плюшки. Как видите, можно собрать барда, можно собрать мэри, можно собрать дуэлянта. Просто надо всего-то 30 пазлов, и все три героя у вас будут. 10 штук за 8 пазлов, тоже неплохо. За 2 пазла 150. На ПБшку скин. Ну, неплохо. Так, окей. Магическая рулетка. Сегодня последний день. Артемка уже все перекрутил. Так, авиар. Что у нас еще интересного есть? Набор пятницы. Накопление. Ну, хоть начали делать на русском сервере. Хоть что-то начали делать. Сундуки, вот, ну это просто уже началось. Ребят, не прошло и 2 года, как они начали на русском сервере хоть что-то продавать. Так, ну в принципе, тут все понятно. Сейчас я перейду на сардальку. Будем на сардальке собирать здесь каляву всякую. Да, остров, как обычно, идти. То есть вам каждых 6 часов надо заходить. Ну, в принципе, поставили будильники, вам ничего не мешает. Следующая награда через 6, покупку настолка. А, настолки... Смотрите, убрали Вольта, блин, донатного, поставили Фрея, ну, могли бы Вольта оставить. Фрея, я понимаю, что Фрея там недоступна, многим нужна, блин, но Вольт это донатный герой. Я реально, мне больше нравилось то, что здесь есть Вольт. Я-то его себе здесь вытащил, у меня Вольт есть на сардельке, а вот многие ребята этого хотели и хотят. Не знаю, Фрея... Фрейя все-таки бездонатная. Ну, халява прошла.
Окей, с русским разобрались, поехали глянем, что у нас на английском сервере сегодня интересного есть. Вчера, конечно, еще одна Span Games Accumulation. Ничего себе. Аккумуляция хреновая. Black Friday. Вот, наконец-то, на английском хоть об этом подумали. Вот толком. 200 печенек. Такое, честно говоря, бард за полпака уже. Вот землеройка неплохо. И скин сразу же. Мэри. Здесь запак на русском, она дешевле. Так, зефирка, 40 монет. По 100, ребят, сундуков. Это по 50, по сути, за десятку. Космороза. Вот Фрея. Вот видите, где Фрею добавили. Ну, может, кому-то оно и повезет, и нужно, но я думаю, Вольт был интересен. Могли бы его до Нового года придержать. Так, понятно, тут с островом все. Build a pack. Ничего себе, зачастили, конечно. Нифига себе, посмотрите, у нас уже есть возможность, ребята, возможность есть по два этих делать. Офигеть. Так, что у нас такого тут интересного есть? Скин у нас этот есть вроде. Эти все скины есть. 100. Вот этих пятюнь можно будет набрать. Чего в большом? Десятки по 10. Что-то маловато. Скина дали, вообще зажали, что ли. Пыльца. Вот такое себе. Я ничего такого сверх мега крутого не вижу. Единственное, там камешки позабирать, пособирать. Большого третьего что-то нету. Странно. Купон спиннер 1 плюс 1. Black Friday работает. Вот это, кстати, вот это интересно. Black Friday смотришь 1 плюс 1 сразу бард за пак. Вот это, кстати, нормальная тема. Правда, здесь два не надо, тоже Black Friday 40 этих получаешь, тоже неплохо. Здесь нормально. Тут тоже поменяли. Тоже, но только здесь зефир. За 8. Так, Thanksgiving Day. Собрали. Так, окей, что еще интересного есть? Поехали. Тайвань глянем еще. Сейчас, если iPhone не разрядится, успеем еще забежим с вами, глянем АЭС. Тут такое, тут тоже все обычные расходники. Тут ничего нового. Это заканчивается уже. Но здесь вот одна, наверное, самых крутых. Собери себе пак.
Так, заходит у нас на АЭС. 1 плюс 1 тоже есть. Настолочка. Я уже смотрел. Тоже с зефиром. Как видите, здесь есть возможность получить Фрею. Блин, жалко, не получил. Время благодарения тоже есть. Магическая рулетка. Ну, 5. Тоже неплохо. О, собери себе сам. Посмотрим, что она. Ну, здесь, блин, здесь меняют скины. Вот это вот реально плюс. Запарили. Че на других серваках такого нету? Смотрите, возможность собрать огника. Неплохо. Здесь конкретная раздача идет. Вот такое же, как и на Тайване. И Барда даже добавили. Правда, по 5 и Мэри. Но все равно, кому надо добить, это однозначно плюс. АЭС удивляет, ребят. Реально, АЭС тащит. В принципе, вот так вот. Пишите комменты, что вы думаете по поводу акции. Ну, реально, АЭС опять удивил. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.